Никто из нас не хотел бы оказаться в тюрьме. Сейчас многие тюрьмы в мире переполнены, и это место считается настоящим кошмаром. Однако есть и такие, где с заключенными обращаются более чем достойно, и у них практически роскошные условия жизни. Микс-шоу представляет 5 самых роскошных тюрем мира. Центр юстиции в городе Леобен, Австрия. Это одно из самых красивых зданий в мире. Стены тюрьмы сделаны из дерева и не бьющегося стекла, а в некоторых камерах даже есть балконы, хотя на них стоят решетки. В группах, состоящих из 15 камер, рассчитанных на одного человека, есть общая кухня и комнаты для отдыха. Заключенным разрешается носить свою одежду, потому что, как объясняет надзиратель, чем более нормальную жизнь вы дадите им здесь, тем меньше будет необходимость их заново приобщать к жизни в обществе, когда они будут освобождены. Тюрьма Фульсбютель, Германия. Обстановка в недавно отремонтированной тюрьме для заключенных, отбывающих длительные сроки в Гамбурге, напоминает замок, а не тюрьму. Просторные камеры включают в себя гостиную зону, рабочий стол и собственную ванную комнату с душем. Заключенные также имеют доступ к совершенно новым стиральным и сушильным машинам для стирки своего собственного белья. Тюрьма Аранхуэс, Испания. Тюрьма Аранхуэс примечательна тем, что является единственной тюрьмой в мире, рассчитанной на целые семьи. Обычно, если у заключенной рождается ребенок, то его отправляют жить с семьей, находящейся на воле, или же отдают в приемную семью. Однако в этой испанской тюрьме детям позволяют оставаться с родителями за решеткой, пока им не исполнится 3 года. У ребенка есть достаточное количество игрушек, и он может наслаждаться общением с родителями. Тюрьма надеется дать семьям более хорошие шансы на нормальную жизнь после того, как они отбудут свой срок. Тюрьма Хальден, Норвегия. Тюрьма Хальден, построенная в 2010 году, рассчитана на 252 заключенных. Тюремная система в Норвегии традиционно славится своим вниманием к правам человека. По этому принципу была построена тюрьма Хальден. Камеры заключенных включают в себя телевизор, холодильник, большие окна без решеток и дизайнерскую мебель. Большинство охранников безоружны, потому что оружие создает ненужное запугивание и социальную дистанцию. Цель проведения времени в тюрьме – это реабилитация. Поэтому все заключенные имеют возможность вырасти как личности и вернуться в общество в качестве его продуктивных членов, когда их срок подойдет к концу. Тюрьма Саллентуна, Швеция. Большинству заключенных приходится полагаться на свой собственный вес тела и самодельные методы тренировки, например, ходьба или бег по кругу во дворе, для того, чтобы оставаться в форме во время отбывания наказания. Однако в тюрьме Саллентуна в Швеции заключенные имеют доступ к полностью укомплектованному тренажерному залу. Они также могут готовить свои собственные блюда и смотреть телевизор на собственном диване. Очень похоже на нахождение у себя дома, за исключением того факта, что вы не можете никуда уйти. За последние годы Швеция фактически закрыла много тюрем из-за отсутствия заключенных. Страна предпочла потратить большую часть своего времени, денег и энергии на работу по предотвращению и снижению уровня преступности. Как вы считаете, должны ли тюрьмы быть комфортабельными? Если вам понравилось видео, ставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить много интересного.